Добрый день, добрый день. Аслан Газетович, пару слов о начинающемся турнире. Что за турнир? Что за народ приехал? Сколько человек? Турнир посвящен памяти великого, не побоюсь этого слова, российского шахматиста, двукратного чемпиона Советского Союза, чемпиона Всемирной шахматной олимпиады в составе команды России Виталия Валерьевича Цыжковского. Ему 25 сентября исполняется 70 лет. И вот мы проводим этот турнир в его память. Ехало 118 шахматистов из 9 стран. Из 9 стран? Не республика, а стран, не субъекты. Нет, субъектов Российской Федерации очень много, а вот я имею в виду стран. Россия, Украина, Казахстан, Белоруссия, Армения, Грузия, Босния, Герцеговина, Испания и Соединенные Штаты Америки. Интересно, а кто из Соединенных Штатов Америки? Ян Эльвис, бывший наш советский шахматист из Эстонии, известнейший шахматист. Здесь Халифман, чемпион мира из Санкт-Петербурга, Александр. Здесь я видел Бадура Джабаву. Всего 27 гроссмейстеров мужчин, 3 женщины-гроссмейстера. Десятка-полтора международных мастеров, очень много молодых шахматистов. Вообще большими рейтингами, чемпионы России, чемпионы Европы, дети здесь играют. В общем, состав очень мощный. 118 человек всего. Это вообще-то получается уже традиционный такой турнир? Традиционно у нас, просто у нас совпадало такие круглые даты. Вот было, допустим, 75 лет, 2 года назад Владимиру Дорошкевичу мы проводили. Потом 75 лет Островскому, вот, сидящему здесь, слава Богу, живому. Вот сидит международный арбитр, мастер спорта Советского Союза Александр Анатольевич. Мы в его честь проводили. И в память, в прошлом году мы в честь живого, ныне действующего, кстати, играющего международного мастера Александра Захарова. Он играет здесь? Он здесь играет обязательно. Он у нас, как говорится, в красной книге. Он играет. Какие планы на будущее? На будущее планы, как сказал наш президент шахматной федерации Филатов, будем развивать детские шахматы. Больше упор на детские шахматы. Но этот у вас же будет чемпионат Южного федерального округа в ближайшее время. 1 ноября здесь же в Акваловом будет чемпионат Южного федерального округа среди детей от 10 до 18 лет. Спасибо большое, буду следить.